столице Калмыкии, Элисте, проходил мемориальный турнир Киселева, первого президента студенческого спортивного союза. На этих соревнованиях класса А отлично отбоксировал арчанин Николай Арнаутов. Он стал победителем в весовой категории до 56 килограммов. В июле Арнаутов примет участие в домашнем первенстве России, но еще раньше проверит свои силы на первенстве Приволжского федерального округа. На окружных соревнованиях, но для спортсменов 2000 года рождения, прошедших в Кирове, здорово проявил себя бузулучанин Виктор Раков. Он также завоевал золотую медаль, чем обеспечил себе право на участие в финале российского первенства, которое пройдет в июне в Анапе.